правильно? Лучше быть больным на голову, чем заразиться гиптилом. Скажи, пожалуйста, Сакен. Сначала фамилия Сакен Байкенов, правильно? Да. Мен антигиптил қозғалысын азаматтарын қолдаймын. Жаздан бері шулап келеді. Парламенттан жауап жоқ. Не сандырау ма, не сақау ма. Бұл парламенттің қорққанның белгісі деп санаймын. Сакен, извините, скажи, пожалуйста, вот такой мороз, свыше 30 градусов, многие люди говорят, там, в том числе в Мусабае, что это больные люди, которые там выходят и так далее. Что можешь по поводу этого сказать? Ну, он, не знаю, чем он это, почему он так говорит. Ну, не может быть столько больных людей. Если так, ну, просто исполняет свои функции, которые курируют Россию только так. А вот депутаты наши, они ол қорқаның белгісі. Қорсандар зытындар парламентінің. Но алма яблоко, алма партияның Ресейдің жазғаны. Телефон не отключай. Телефон включи, не отключай. Бля, сел, говорит. Как с ним общаться? Thank you.